Развитие искусства – это очень сложный процесс. Процесс, который имеет огромное значение вклад художника. Его деятельность, его личность – все это накладывает свой отпечаток на развитие национального искусства. И вот в этом процессе, в процессе развития узбекского кино, в котором участвовало очень много хороших, талантливых режиссеров, особое место принадлежит Латифу Фазиеву. Сегодня мы сидим в кабинете народного артиста Латифа Фазиева, где прошла достаточно большая часть его жизни, где он занимался работами над картинами, где зрели его замыслы. В этих фотографиях отрезки, фрагменты его жизни, актеры, сотрудники его, которые с ним работали, люди, которые близко знали, дружили с ним и сыграли, наверное, большую роль его творчества. Началось довольно очень интересно. Но это был очень талантливый, очень профессиональный кинорежиссер, мастер своего дела. По ходу действия он много у меня учил. Учил построение мизансцены, учил отношение к актерам. Потому что самое удивительное было в нем что? То, что он очень любил актеров. Именно актеров тех, которые могли с прекрасной чистотой исполнить тот образ, выразить тот характер. Начали работать с ним по кинокартине «Пробуждение». Это была двухсерийная картина, сложная тоже, сложно постановочная. Это восстание 1916 года в Джизаке. Картина была связана с большими массовками. Опять пустыни, степи, массовка, люди. Но опять вот именно его отношение к актерам, его отношение к создателям фильма, группе. И вот именно вот теплое отношение к нам, это все нас как бы держало. И мы с энтузиазмом работали, не замечая никаких преград, никаких сложностей. Вообще этот человек очень одарен от природы. Я думаю, что Господь Бог ему дал именно талант. И он оправдывал это все, данное ему. И Садык подожгли хлопзавод Минбаши. Абдразакбай построил на этом месте два новых. Кто хуже стал жить? Минбаши? Абдразакбай? Нет, мы! Я и Садык не поджигали завод. Когда мы пришли, завод уже горел. Ты бы все это рассказал суду. Пробовал. Не поверили. А думаешь, мы поверили? Нашел дураков. Ты всегда жил не своим умом. За тебя думал смутьян и безбожник Алексей Воропаев. А ты повторял его слова. Да здравствует союз рабочих и крестьян. Вот тебе ваш союз. Я могу повторить слова не только Алексея, но и Садыка. Перед смертью он просил меня передать сыну Гулям Назыру, чтоб он искал друзей в русской слободе, на том берегу Санзара. За 10 лет, что не было у тебя, не только обмелела река, люди изменились. Люди пойдут за человеком, который им обещает надежду, а не смерть. Так обещай. 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 Попробую. Впервые я встретился с Латифом Абидовичем в 1962 году, когда вообще вошел в кинематограф, начал сниматься в кино, в первом своем фильме «Пятеро из Фергана». Я видел очень такого открытого, улыбчивого, доверительного человека. Мое творческое соприкосновение с Латифом Абидовичем произошло уже в 1963 году,
и на картине «Звездолубие». Меня поразило то, что вот, общаясь с ним, уже будучи знакомым, он никогда не говорил или там обещал, вот ты будешь у меня сниматься, или же вот я пишу сценарий, или специально для тебя готовится роль. Он как-то сразу, в 1963 году в кинокартине «Звезда Улугбека», он подошел и говорит: «Мажор, вы будете играть в моей картине, будете играть одной из главных ролей, Али Кушчи». Ну, для меня это было, во-первых, очень неожиданно. Было радостно, было приятно, потому что не только работать с таким режиссером, как Латиф Фазии, но там же были огромные творческие мастера. Это Шукур Буханов, Алим Хаджаев. Вот, и рядом с ними надо было мне работать и, в принципе, и учиться работе в кинематографе. Латиф Абидович Фазиев вот во втором фильме уже «Наташа Ханум» или «Родився в грозу», как она называлась, там подошел очень ответственно, пригласив меня на роль Музафара, он проводил в течение почти 2 месяцев кинопробы. И я не был уверен, утвердят ли меня, потому что претендентов было очень много. Но от того, что он примерно где-то 15 кинопроб не сделал со всеми партнерами, с партнерами мужских ролей, женских ролей, и как бы вглядываясь, как бы изучая меня изнутри, смогу ли я этот образ сыграть, и смогу ли я влиться в вот эту вот канву условности этого фильма. «Родившись в грозу» — это фильм о возникновении театра, который родился вот в эти суровые годы. Аллах возблагодарит вас за вашу доброту, и мы недолго будем утруждать вас. Я надеюсь, мулла Музафар поспешит справить свадьбу. Айша его невеста. Айша же еще ребенок. Нет, не говорите так, Хазят Ханум. Латифом Абидовичем ознакомились в 1954 году.
Это было во время кинокартины «Крушение Эмирата», которые снимались совместно с Мосфильмом. Это было так. Просто Латиф Абидович дал телеграмму всем театрам, чтобы они все послали свою фотокарточку. Так счастливый случай случился, и отправили мне по фотокарточку. Я приехал в Ташкент, и так я ознакомился с Латиф Абидовичем. С первого дня этот человек просто своим взглядом, своим так молодым, таким энергичным видом, который так жаждется работать на благо узбекского народа, он мне с первого взгляда просто очаровал. С той момент мы начали Латиф Абидовичем сниматься в картинах. Картины первой, второй, третий, четвертый, который я снимался где-то 50 картинах, вернее 49 картин, из них 9 картин я совместно работал с Латифом Абидовичем. Буквально несколько лет тому назад Павильонов, студия «Узбектелефильм», по коридорам нашей студии, значит, во дворе телевидения мы встречались и много раз беседовали с Латифом Абидовичем. Мне посчастливилось снять картину о нем. Это буквально было за год до его смерти. Значит, в фильме мы постарались рассказать все то, что мы знаем о нем, и то, что хотели сказать о нем его коллеги. Но когда мы начинали эту картину, он очень волновался, ну, несмотря на то, что опытный и большой мастер, такой, как Латиф Абидович, но, естественно, он волновался за то, как получится картина. Но картина удалась. И очень многие мои коллеги, кинематографисты, уже после того, как не стало Латифа Абидовича, говорили слова благодарности о том, что все-таки большое вам спасибо за то, что вы сумели запечатлеть такого большого мастера, как Латиф Азиев, на киноэкране, на пленке. Студию пришел, когда мне было 5 лет. Меня привел мой папа, и я был просто сторонний наблюдатель. Прошло время, когда я просто ходил, смотрел, что такое кино. Это была романтика, это была какая-то экзотика для меня. С годами я втянулся в это дело, я полюбил кино не только как какую-то экзотику, не только как какое-то приключение, это стало для меня, не знаю, смыслом жизни, если это не громко сказано. И когда в 11 лет меня пригласили на пробы картины «Юнцгене», я пришел и поделился этим с отцом. На что он сказал, что, в принципе, кино – вещь пробная, что это вещь как лотерея, кому повезет, кому нет.
чтобы я особо не надеялся, потому что в жизни всякое бывает, и если вдруг я не пройду, чтобы я сильно не огорчался. Прошли пробы, меня утвердили на картину. Папа сказал тогда, подумай, говорит, имеет ли смысл тебе работать в кино, имеет ли смысл отдавать себя целиком и полностью этому делу, потому что работа в кино, она требует затрат 100% от человека. Это постоянные командировки, это разъезды, часто не бываешь с семьей. Да я сказал, что мне это надо, что я этого хочу, и мне это нравится, и я это люблю. На что он сказал, ну попробуй. Начались съемки, я начал работать в этой картине, и после того, как фильм был завершен, была премьера картины, для меня это было волнительно, потому что, во-первых, это была первая большая роль, первая главная роль в фильме, тем более картина об Авиценне, человеке неординарном, великом человеке Востока. И с другой стороны, для меня это было ответственно, потому что папа сидел в зале, и он смотрел эту картину. Для меня это был очень серьезный экзамен. Но экзамен прошел, папа сказал, что картина хорошая, и что ты неплохо поработал. Это было высшей похвалой, это, наверное, было больше, чем получить, я не знаю, приз. Вот. С годами я начал сниматься, после этого у меня было еще несколько ролей. Это у Али Хамраева, «Невесту из Вадиля», «Прощай, день лета» у Ильи Ишмухамедова. Вот. Это все во время школы. Когда я закончил школу, стал вопрос, куда поступать, и я сказал папе, что я хочу поступить в ВГИК, на режиссерский факультет. На что он сказал, подумай, имеет ли смысл. Имеет ли смысл вообще связывать себя с кино, может быть, ты пойдешь в медицину. А у меня в то время было увлечение медицины, и мне это очень нравилось. Но кино перебороло. Вот так я пришел в кино, и вот так я начал сниматься. Своеобразным кинематографистом и постановщиком. Сейчас, когда его нет среди нас, когда уже прошло несколько лет, ну, особенно явственно и отчетливо видны характерные черты, которые были присущи этому художнику. Когда он был жив, работал, когда мы с ним спорили, когда я его видел в кругу руководители союза нашего, на студии, руководителем своей студии. У нас возникали очень большие разговоры, иногда даже споры. И я не думал, что пройдет какое-то время, и когда это время пройдет, забудутся какие-то частности, а останется главное, какие-то самые характерные, самые жизненные черты человека, который работал среди нас и вместе с нами. Вот как я наблюдал его, он был очень работоспособный человек. Во время
будь это съемки или же вот в жизни, если к нему я приходил домой, или же приходил я в его номер, в гостиничный номер, то когда бы я ни пришел, пускай даже это будет утром в 7 утра, он сидел за столом и работал. Он очень был человек, который работал не только над сценариями там или еще, а работал над собой, он очень много читал, очень много интересовался, вообще был человеком высокой и большой культуры. Я его постоянно встречал на выставках, в театрах, на премьерах, на сдачах спектакля. Это говорит о том, что человек именно творчески подходит к современному, в то время, можно сказать, современной действительности и к самому себе. Он долгое время был секретарем Союза кинематографистов. И вот даже в те уже, можно сказать, далекие годы у меня осталось впечатление, как о руководителе очень демократичном, очень мощном, требовательном. Я не помню, чтобы был какой-нибудь фестиваль или какая-нибудь декада или неделя узбекского кино, чтобы в команде, которая ездила на эти творческие мероприятия, не было молодых. Даже актер, который сыграл всего одну роль, он уже его сразу выставлял на зрителя, знакомил его с общественностью, устраивал премьеры и на премьеры обязательно вызывал и представлял этого молодого человека очень мощно. Хотел бы сказать, вообще Латиф Абидович относился к актерам как никто. Сейчас почему-то потеряно вот это вот отношение к актерам. Так как он любил актеров, по-моему, сейчас такого отношения у современных режиссеров нет. Очень своеобразной характерностью. Характерностью во всем. Характерностью своего внешнего вида. Такое очень интересное монголоидное лицо, тонкий изящный нос, волевое очень такое лицо. И способность очень динамично, очень быстро реагировать на все, что происходит вокруг него. Человек он был удивительно принципиальный, где-то, может быть, даже запальчивый, где-то очень пристрастный, особенно в отношении, наверное, близких людей, особенно, хотя он всегда имел хороших друзей, у него было очень много друзей, но мне кажется, что он и им предъявлял очень такие повышенные требования. И по отношению к критикам к нам, так сказать, очень часто мы много спорили, говорили об искусстве, и я понимал, что перед нами человек, который верит в свое, который имеет свою художественную позицию и умеет эту позицию защищать.
степенности Латифа Абидовича, о сложности его характера, но в то же время о справедливости говорит один случай, который я сейчас хотел вспомнить. Как-то при беседе он сказал о том, что когда предложили ему снять фильм об Улугбеке, он отказался по причине того, что он сказал, что два раза делать фильм об одном и том же человеке он не может, потому что одна версия уже об Улугбеке была сделана им, и второй раз он возвращаться к этой теме уже не намерен и не будет. Вот такой был сложный и в то же время был справедливый Латиф Абидович. Ходом в кино я обязан ему. И все самое лучшее, что я могу или сделал, то это только благодаря ему, потому что он очень был строгий человек, он был принципиальный человек, он очень серьезно относился к любой работе, к любому делу. И это требовал от всех. Он это требовал и от сослуживцев, он это требовал от друзей и от членов семьи. Он был правдив, он человек, который любит правду и никогда не идет на компромиссы. Он был принципиальный человек. Он старался, чтобы и мы, и его дети тоже как-то пошли вслед за ним в этом. Ну, насколько мы принципиальны, насколько мы правдивы, это уже покажет время, это не нам судить. О нас будут говорить другие, но я горд своим отцом, и я очень счастлив, что у меня был такой отец. Он был великолепный человек.